Всем привет, друзья, с вами Диксон. Как быстро сделать себе такую прикольную аватарку. Ну, конечно, я не профессионал в фотошопе, но сегодня я вам покажу. Так, нажимаем с вами файл и создать, поэтому я сделал так. Ему он говорит, ширина ставим 256, высота 256, разрешение можно 70, давайте с вами поставим 80. Я думаю, нормально будет. Так, цвета RGB вставляем обязательно. Содержимое фона я поставлю белым, если хотите поставить прозрачное, что-нибудь другое. Так, обязательно в цветовой профиль ставим с вами sRGB. Это просто обязательно. Не Apple RGB, не Apple RGB. Обязательно ставим sRGB. Так, ну и в принципе все. А с вами появится такой квадратик. Так, нам надо с вами сделать фон. Для этого я оставляю в описании такой сайт, там есть разные картинки для, можно даже для шапки и для аватарки. Шапка будет через ролик, что туториал, у меня прошлое видео набрало много просмотров для моего канала. И вы можете посмотреть, 42 просмотра на данный момент, когда я смотрел. И мы переходим с вами по сайту. Это, я оставлю ссылочку, это Pixels. Так, вот вводим с вами. И так. Ай. Сейчас, вот все. Писал с. Вот заходим на сайт. Так. И давайте, чтобы. Вы можете хоть что написать? Ну да, я напишу Magic. Magic. Можно ли это было, но Magic. Так, я сделаю вот так вот. Вот сейчас с вами чуть найдем. Здесь прикольненькое. Альфон. Можно сделать вот такую, кое-что здесь вырежу, кое-что сделать. Давайте вот такой, мне тут такой сделаем, мне понравилось. Нажимаем с вами на правую кнопку мыши, так, здесь что-то, так, вот на правую кнопку мыши и нажимаем здесь, вот, хранить изображение как и три точки. Нажимаем, так, сохраняем. Pixels Photo 2.2. Все, это мы запомнили с вами. Так, сейчас я обыдником так. Переходим в Adobe Photoshop. Вот. Так, я сделаю лишь немножко пониже. Чтобы я... Так, не так сильно. Так, хватит мне. Нажимаем файл. Открыть. И здесь уже у меня все мои работы, которые мне нужны для Photoshop. Так, где? Где? Так, отлично, ребята, маленькие неполадки. Быстренько переходим с вами, еще раз нажимаем сохранить изображение как. Так, я быстренько сейчас раз сюда. Так, давай напишем с вами. Так, через пи, так, тихо, ребята, не беспокойтесь. Пи, а, пи, 2.2, вот этот. Отлично, открываем. Угу. Так, нажимаем такой квадратик с пунктирной линией и так мечаем на стрелочку и просто вот стрелочку наводим на этот и переводим сюда. Нажимаем с вами Ctrl-T английскую или E русскую. Так, Alt. Так, подождите. Alt, нажмите Alt и колесиком. Вот у нас. Все уже здесь. Так, Ctrl-T. Да, Ctrl-T. И нажали Ctrl-T, Shift-Alt. И убираем. А будет, все углы будут вместе убираться. Ну, так что будут... Вот, смотрите, это если вы просто, да, убираете. Вот. А это если Shift-Alt. Вот, ребята. Подгоняем под размерчик. Сейчас. Делайте вот так близко, берем вот этот раз. Это сюда. Вот этот не освещает, поэтому можно так сделать. Так, мы делаем с вами вот такую. Можете выбрать другой фон, но я выбрал такой фон. Нажимаем с вами на стрелочку. Применить. В принципе, у нас основное с вами сделано. Такой у нас получился прикольный фон. Нажимаем на T. Сейчас я на T. У нас текст и выбираем с вами какой-нибудь прикольненький шрифт. Так, давайте я выберу
Сейчас мы с вами найдем какой-нибудь такой прикольненький. Мне нравится вот этот. Christian ITK Sample. Так, все нажимаем, пишем с вами. Mitix. Так, стоп. Заглавное. Mitix. Нажимаем на Ctrl. И делаем с вами его, подгоняем под размерчик. Вот тут личненько. Нет, давайте как-нибудь. Вот так. Так. И вот так. Так. Подождите. Я сейчас подгоню его как-нибудь красиво. Блин. Это я зря сделал. Так, убираем. Это надо его расположить как-нибудь. Вот так вот. Не буду думать, что, зачем. Но я вам сейчас все объясню. Нажимаем опять файл. Открыть. Итак, у меня здесь есть тоже фон, я нашел его на Pixels. Давайте даже я сделаю другой, чем-нибудь другое. Сейчас, вот давайте. Так, нет, нет, зачем я вышел? Блин. Так, изображение, первое, так, сюда. Так, быстренько находим, лещи работы, я фотошопил здесь. Так, взрыв, вот, взрыв наш. Это я просто ходил всякие фотографии в интернете прикольные, и вот тоже. Их фотошопил. Так, соберем вот этот взрыв, например, да? Если вот берем, подгоняем вот так вот, ну вот это вот вообще нормально, шикарно. Берем сюда, сюда нажимаем на Alt колечко. Сейчас. Alt колечко. Ctrl-T. Shift-Alt. И убираем. Alt колечко. Вперед вот это, я думаю, разберечь. И просто делаем с вами вот так. Все, нажимаем с вами на стрелочку применить. Нажимаем сюда. У нас здесь вот здесь создать отправочную маску. Нажимаем. И у нас получилось такое вот. Ну, мне это здесь сливается. Также вы можете выбрать что-нибудь другое. Давайте я вам покажу. Также здесь ничего страшного. В принципе, если вам не понравилось, то можно опять же перезалить. Так, ну давайте, наверное, такой фон в небо возьмем. Я думаю, что это отлично. Просто берем, так, копируем с вами. Такой приятный цвет. Сюда переводим. Бах. Можно даже ничего не делать, просто нажимаем, как всегда, сюда. Так, нажимаем правый. Так, кстати, не то у нас, не то, не то. Так, подождите. Давайте подгоним его под размер сначала. Alt колечком. Так, Shift Alt. И убираем его так. Так. Отличненько. Так, вот этот, мы вот это с вами убираем. Короче, сейчас разберемся. А, точно, сейчас. Вот этот мы нажимаем с вами. Сюда, применить. Это мы с вами выбираем. Сюда нажимаем правой кнопкой мыши. И где у нас это? Так. Сейчас я найду, я что-то потерял. А, где это у нас? Вот. Нажимаем ее на вот эту вот. И создать обтравочную маску. Вот, ребят, у нас получилась даже такая вот нормальная. Аватарка, ну вы подумайте, зачем такая простая? Я вам скажу, это у нас еще не все. Нажимаем сюда. И мы сможем с вами здесь что-нибудь напридумывать. Я здесь, конечно, не до конца еще разобрался. Вот, отлично. Давай мы с вами просто так, ради прикола, сейчас что-нибудь сделаем. Например, наложение узора. Так. Это нам что дает с вами? Так, давайте с вами... наложение узора уберем. Так, наложение градиента. Я даже не думаю, не надо нам. Контур сделаем. Посмотрим. Точнее, нам не надо. Текстура. Окей. Во, вот это просто шик, не знаю. Ну-ка. Это прикольно же выглядит. Очень прикольно. Так. Чего-то не хватает. Так, это уже получилось прикольно. Может, даже я поставлю себе. Так, ну давайте мы с вами что-нибудь добавим, конечно же, сюда.
Сюда нажимаем и вот так делаем. Также он у меня будет мой Twitch канал, там бывают стримчики. Может даже на этой неделе выйдет. Я скоро буду создавать группу. Может даже ссылочку под этот в описании. Ну, вы посмотрите. Там, если что, скоро будет туториал, как сделать шапку, поэтому запомните. Так, быстренько берем сюда. Сюда, сюда. Ок, ок. Отодвигаем с вами. Мы все знаем, что надо делать. Ctrl-T, Shift-Alt. И отлично. Все. Так. Да, применить. Alt-колечко. Ctrl-T. Shift-Alt. И вот так вот. Нормально. Отлично, ребята. Так, теперь нам надо как-нибудь это забахать. Так, давайте мы как-нибудь вот так сделаем и поместим с вами. Так, все нажимаем сюда, применить. Такой размер джойстик на подходит вот сюда. И файл опять открываем и с вами. Я могу оставить с вами вам заготовки, например, если вы хотите. Так. Много не будем добавить, как это не шапка. Шапка я запишу, может, даже после этого видео покажу вам, как делать шапочку. Это аватарка, это мой способ, я никого него не брал. Можете даже посмотреть на ютубе другие видео, я не брал ни у кого, поэтому это очень такой самый легкий способ. Если вы не хотите там что-нибудь понимать, просто бабах, все. Нажимаем с вами комбинацию Shift-Alt и делаем вот так быстренько. Раз. И два. Отлично. Осталось подогнать размер. И, в принципе, можно начинать. И вот видели, какая у нас была Раша. Теперь можем сделать с вами. У нас прикольненький. Так-то получилось. Прикольная аватарочка. Так, сделаем с вами вот так. Так. Так же. Я думаю, что вот так, так загораживает. Все, отлично просто. Что-то не хватает, мне кажется. Берем, нажимаем с вами на вот это. Слоя, желтый, синий. Так, нет. Все отлично. Давайте с вами наложение градиента. Я хочу просто посмотреть. Смотрите, кстати, я даже посмотрю. Это даже прикольно получилось. Да, прикольненько получилось. Теперь мы с вами вот сделали вот такой нам, такую нам аватарочку. Можно даже добавить с вами. Так, подождите, опять нажимаем сюда. И текстуру. Так, пусть это все будет. Добавляем с вами. Так, внутреннее свечение. Вот просто. И глянец. Вот просто. Не-не-не-не, переборщил немножко. Нажимаем два раза сюда. Убираем глянец, просто надо убрать глянец. Вот, вот это вот просто бомба. Видите, у нас здесь свет. А здесь темно, это просто шик. И... Так, никогда не рисуйте. Можно вот наша надпись. И у нас такая прикольная получилась надпись. Если вам понравилось что-то видео, можете поставить лайк. Тогда, всегда нажимайте. Вот. Файл и сохранить как. Я обычно так сохраняю. Сохранить как. Смотрите, пишем аватарка. Все. Аватарка. И выбираем обязательно PNG. Так, PNG вот это, ребята, просто вас не возьмет. Видите, это моя такая, я сейчас ее изменю. Если у вас в режиме PNG, обязательно, ребята. Поэтому, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, потому что я стараюсь для вас. Все делаю. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, потому что я еще начинающий канал, и хочу, чтобы в дальнейшем будут у нас туториалы получше. Кому любители также фотошопа, всем удачи и всем пока. Все нужные ссылочки и описание будут в описании. Всем пока.